Виктор Николаевич, первый матч на сезоне экспериментальным составом. Какие у вас впечатления от этой игры? Ну, это не экспериментальный состав. Это ребята были и молодые, и ребята из Тароса. Это, в принципе, все ребята, которые прошли тренировочные сборы вместе с нами, да, которые хорошо себя проявили, работали, старались. Поэтому они сегодня играли. Сегодня Салат-Лэб доминировал. Не удивило ли это вас? Делали ставку на первый номер. Все равно вы сказали, что состав не экспериментальный, но много новичков и тех, кто вообще впервые в Салат-Лэб приходит. Ну, как бы все равно же ребята должны втянуться, должны понимать, какой стиль мы играем. Виктор Николаевич, ну сколько человек примерно на Кубке Республики из этого состава мы увидим? Ну, мы 5 звеньев будем оставлять. А Лыкин сможет сыграть на Кубке РБ? Нет. Вы сегодня развели Башкирова с Пустозеровым. Почему это сделали? Насколько довольны этим? Ну, мы сегодня пробовали все сочетания. Башкиров хорошо сегодня с Дроздовым смотрелся, Пустозеров с Гуськовым смотрелся хорошо, с Ичковым. То есть, как бы так. Каких-то четких там причин не было. Удивило ли вас 3-4 шайб забросили именно новички сегодня? Да нет, в принципе. Мы знаем их потенциал. То есть, ребята, как бы Агирчук у нас и так забивал. Скорик тоже имеет хороший бросок. Гусек тоже хорошо подставил под воротами. То есть и они создавали моменты, они хорошо играли. Ну, в большинстве хорошо себя Комаров проявил. Насколько у него большие шансы, в принципе. Сегодня ребята молодцы, они все себя хорошо проявили. То есть, если они также будут продолжать работать и играть, да, то есть нам будет над чем задуматься. Виктор Николаевич, мы уже, наверное, успели соскучиться по атмосфере хоккея, да? Сегодня около 4000 зрителей. Если честно, да, огромное им спасибо. Очень приятно, особенно в пятницу, да. Мы пришли, вышли на лед, увидели практически, да, много людей, которые пришли, поболели. Они действительно болели до конца, переживали, радовались. То есть, в принципе, понимаешь, ради этого мы играем в хоккей. Ну, сегодня дебютировали вообще во взрослом хоккее пару ребят, там, Кадыров, Бабенко, как их игру оценить? Молодцы. Хорошо сегодня играли, не тушевались, использовали свои габариты. Кадыров тоже грамотно играл. То есть, ребята молодцы. Но, опять же, я не любитель хвалить молодых, пускай они работают, развиваются. То есть, одна игра – это не показатель. А вот эти, в принципе, голы пропущенные доминировали, как в первом периоде, так и во втором итоге пропущенные голы, что недосмотр? Нет, это просто это не расслабленность, это просто как бы мы пока еще допускаем ошибки, да, небольшие тактические, но это начало сезона, это нормально.